Добрый день, дорогие друзья. Родительские проклятия. Тема этого небольшого видео размышления. Есть проклятие от врага и служителей врага. А есть родительские проклятия. Слово проклятие означает духовные и или физические действия осознанного или неосознанного характера, направленные на гибель, смерть, болезнь, потерю здоровья, свободы, дома, семьи, работы, детей, родителей, друзей, имущества, Божьих благословений, а также связи с Богом, интереса к жизни, творчества и успеха. И это достаточно частое явление. Оба родителя или один родитель может проклинать, и проклятия бывают разными. Скажем, агрессия, грубое наказание или высказывание «убью собака» – вот это проклятие. Настрой на криминал – это матовые слова, это алкоголь, наркотики, воровство, грабеж, обман, блуд, коррупция, стремление к власти, к богатству, стремление, внимание, к известности, к узнаваемости, через спорт, артистизм, через науку даже, да? И все это происходит. И все это происходит сегодня. Хотел бы сказать о том, что блокировка развития ребенка, когда говорят все время «нет», «нет», «не надо», «нет», «не надо», это тоже проклятие. Блокировка в учебе, когда говорят, вот это тебе не надо учить, а вот это надо. Или блокировка в создании семьи. С тем встречайся, с этой не встречайся. Блокировка выбора профессии. Это тоже важно. Дальше. Блокировка друзей. То есть человек должен учиться выбирать друзей и спрашивать у Бога, который все знает. Господи, вот это хороший друг для меня будет, или он меня предаст. И это все тоже важно. Теперь, блокировка места проживания, места работы. Это все тоже виды проклятия. Следующее, это блокировка здоровья. Когда заставляют есть больше еды или дают меньше еды, чем надо. Это проклятие. Когда дают неверную еду, которая будет разрушать, отнимать здоровье человека, ребенка. Это проклятие. Когда нету режима дня, это проклятие. Когда дети не отдыхают или мало спят, это проклятие. Когда не заставляют их работать по возрасту, это тоже. Или наоборот, заставляют чрезмерно работать. Дальше. Когда дети просят животных домашних, а им не разрешают. Или уже дети взрослые им говорят, будешь арендовать жилье, своего жилья тебе не надо. Это невыгодно и прочее, прочее. Вот эти вот лже разные устремления. Это все блокировка здоровья. Потому что жизнь, значит, в арендованном жилье это совсем другая жизнь, чем должна быть. Теперь. Обиды, злость, жадность, гордость, атеизм, сатанизм, эзотеризм, колдовство, экстрасенсорика, гадание, ворожба, а также месть. Это все виды проклятия. И теперь как выводы. Родителям необходимо осознать, что они проклинали ребенка, неважно в каком возрасте это было. Это первое. Второе. Надо покаяться это. Лучше всего со священником или с группой людей, затем разрушить проклятие, отозвав их и разрушив их силу кровью Иисуса Христа. Это специальная молитва. И вот теперь, когда я хотел бы сказать о том, что есть родительские проклятия, необходимо благословлять детей. Есть также благословение, когда родители говорят: «Сынок, дочь, у тебя все получится. Бог поможет тебе, потому что это богоугодное дело, то, чем ты будешь заниматься. Это благословение. И это надо различать.
Помыслите и вы об этом, а я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.